Всем привет. Ну что? Не знаю, с чего начать. Но начну с того, что в этом месте был автомобиль. Был. Вы сейчас спросите, почему. Я уехал на 3-4 дня, ну, по делам. На такси. Оставил машину здесь. Вон там камера стоит. О, вон там. Ну, за забором. Две камеры стоят. В общем, мою машину кто-то угнал. На камере не видно. В общем, они взяли полотно, повесили на камеру, а другую камеру они вот там. Вот, видите, что осталось от нее? Сорвали. Просто сорвали камеру. Это было где-то в 3 часа утра. И, в общем, дальше сейчас вы будете слушать. И, в общем, звонок мне такой интересный. Мы знаем, где ваша машина. Представляете, знают мою, где машина. Окей, я приезжаю туда уже на другой машине. И знаете, что самое интересное? Эти козлы мои друзья. А я всегда, когда... Ну, здесь понятно. Я всегда, когда машину завожу в город, ну, в это место, ключи оставляю в замке. Ну, и пофигу. Ну, кто сюда войдет. Они взяли, завели, закрыли камеру, одну вырвали камеру, козлы, я не знаю для чего, и поехали. Я приезжаю туда, а там мои друзья стоят. Представляете? А им весело, что они решили меня разыграть. Я им устрою потом. Я их машину спалю, тоже скажу. Представляете, розыгрыш. Ну и в общем, сейчас она там стоит у меня. Слава богу. Я уже хотел в полицию писать заявление. Так что будьте аккуратны. Таких иметь друзей. Неадекватных.